Как измерить собаку, чтобы не ошибиться с размером при покупке одежды? Ставь лайк и пиши свои вопросы в комментарии. Привет, с вами Догма Мани, мои собаки Чихуа Софи и Эйвон. Очень многие сталкиваются с тем, что когда покупают в интернете одежду для своей собаки, она в итоге не подходит по размеру. Так вот, чтобы правильно подобрать одежду для своей собаки в интернет-магазине, нужно заранее ее измерить и по этим размерам уже выбирать костюм. А как это сделать? Можно воспользоваться обычным сантиметром, а если его у вас нет, то можно взять веревочку и рулетку или линейку. Нам нужно измерить А. Обхват шеи под ошейником. Измеряете веревочкой, затем прикладываете веревочку к рулетке и запоминаете или записываете размер. Б. Обхват груди за передними лапами. Самое широкое место по груди. Измеряем и снова прикладываем веревку к рулетке и запоминаем размер. С. Длина спины. От холки до основания хвоста. Снова определяем и запоминаем размер. Итак, у нас есть три размера – шея, грудь, спина. Так как чаще всего я заказываю одежду на сайте vestisdog.ru, то я покажу на примере их сайта. Там каждому предмету одежды есть свои размеры, по которым можно определить буквы размера. Итак, мы видим, что наши цифры 20, 32, 23. Значит, в данном товаре нам нужен размер S. В другом товаре может получиться другой размер. Будьте внимательны. Если же у вас получились размеры где-то между указанными цифрами, например, получились размеры ближе к меньшему – 21, 33, 24. Берете S. Размеры получились ближе к большему – 24, 36, 25. Значит, лучше взять M. Если получились средние размеры – 23, 35, 24, я бы взяла ближе к большему. Теперь уж вы точно не прогадаете и не купите одежду больше или меньше, чем нужно. Любите своих собак, и будет вам счастье! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.